сегодня с нашими земляками споем песню Олега Газманова «Салют весне». Ну а как хорошо у нас это получится, увидите прямо сейчас. Девушка, здравствуйте. Телеканал Енисей, редактор «Утро на Енисей». Вот у нас сегодня снимается рубрика «Автокороки», и мы довозим людей в любую точку города бесплатно, туда, куда им нужно. Поедем? Девушка, здравствуйте. Телеканал Енисей, редактор «Утро на Енисей». Вот у нас сегодня действует акция. Мы довозим людей в любую точку города, туда, куда им нужно, бесплатно. Поедем? Ну, давайте. Пусть сегодня не до сна, выметает город стужа, к нам опять придет весна, звонко топая по лужам, черно-белая зима. Ничего пока не знает, свет прольется на дома, и снега опять растают. Салют весне, светлеет небо, все меньше химии на стеклах у машин. И даже в пробках пока что робко появляются улыбки без причин. Теперь весна наступит раньше, в связи с глобальным потеплением Земли. В киосках лета, в цветных буклетах приглашают на Мальдивы и Бали. Пусть сегодня не до сна, выметает город стужа, к нам опять придет весна, звонко топая по лужам. Черно-белая зима, ничего пока не знает, свет прольется на дома, и снега опять растают. Салют весне, она вернется, и несмотря на колебания валют, на перекрестках опять подростки цветы весенние прохожим продают. А я проснусь сегодня ночью и расскажу любимой про цветные сны. Под звон капели уйдут метели, и мы качнем качели в сторону весны.